И попадание в штангу, в крестовину. Ну, в общем, были броски с пятака. Всего-всего этого было навалом. Смотрите, что творится. Всего лишь 6 секунд потребовалось Куньлунь Ред Стар, чтобы забросить вторую шайбу. Так. Вот это я понимаю, у нас заруба. 3-2. Это кто? Хьюстон, по-моему, да? По-моему, снова Хьюстон. Первое звено. Нет, Хьюстон ассистировала. Хьюстон ассистировала, а счет меняет на табло Кейтлин Тугас.